Итак, всем привет, друзья. Всем доброе утро. 6 утра, ноябрь на календаре. И вот мы идем и смотрим, что здесь в портовой зоне. Разгружаются рыболовецкие траулеры с РТМК. Вот один из них. Это комета Галлея. Самый крутой морозильный траулер на свете. Вот у нас вот такие краны здесь, нехилые. Ну, портовая зона, вы сами понимаете. Здесь, конечно, снимать запрещено. Вот. Поэтому я и снимаю. Вот. Но у нас тут грузится машинка сейчас хамсой. Вот. Поэтому вот КамАЗ стоит. Вот это наш КамАЗ. Мы сейчас в него закидываем хамсу свежемороженую и едем на этом супер-пупер мега КамАЗе, едем дальше делать движ. Я так понимаю, уже закидали его. Ничего себе, ребята, молодцы какие. Доброе утро. Вот, походу, уже закидали. Сейчас еще пару стропов, и вот машинка полная. Ага, вот меня уже встречают, камеру убираем, вот так вот. Вниз камеру убираю, я записываю. А? Для себя, личный блог. Какой? Вот, ну мой личный блог. Только меня не надо, пожалуйста. Я вас не фоткаю? Нет, я специально убрал, вот. Как бы я так понимаю, что все. Практически готово. Все, готово. А, уже все, да? Да. Можно ехать. Да, Саша вам. Все. Значит, положила 406. Сейчас, тогда выключу.